Діти кумедні, цікаві, щирі та допитливі. Як же зосередити їхню увагу та на чому орієнтуватися у їхньому розвитку? Саме з цим питанням ми звернулися до Наталії Жир, директорки та засновниці мережі дитячих центрів «Знаток» у місті Дніпро та у Києві. Пані Наталя, доброго дня. Раді вас бачити сьогодні. І насправді хотіли би дізнатися, що зараз дітям не вистачає. Знаєте, у них є все. У них є багато іграшок, у них є достатньо уваги, і зараз батьки про це думають. Але, мабуть, чогось їм таки не вистачає, як на ваш погляд? Здравствуйте ще раз. Очень рада вас видеть. Спасибо вам огромное за приглашение. У вас очень такая уютная, приятная атмосфера. Поэтому дякую. Приветствую вас, приветствую всех зрителей. Касательно вашего вопроса. Да, конечно, сегодня большой выбор достаточно различных центров, кружков, и я всегда вот во всех своих интервью говорю, что это хорошо, то есть когда вот спрашивают даже, да, какой-то конкуренции о каком-то таком моменте, я всегда считаю, что детей на всех хватит. Это наоборот очень круто, что в наши дни в Украине очень много точек развития, туда, куда могут родители привести своих детей. Поэтому я считаю, что с одной стороны действительно большой выбор, но иногда все-таки очень важно для ребенка найти свое. Да. Именно поэтому, да, вот мне кажется, что такие детские центры здесь очень важно родителям, помимо, конечно же, общего развития, безусловно, то есть нужно ребенка развивать всесторонне, особенно в маленьком возрасте, но очень важно, чтобы все-таки ребенок нашел свою нишу. И как раз благодаря вот таким центрам, в частности, как наш знаток, да, ребенок вот приходит, у нас, например, там 20 плюс направлений. 20 направлений, да, ничего себе! Да, да. Дитина не загубиться, вона знає точно вже, куди їй треба йти. Вот здесь момент, да, вот здесь такой момент, потому что, в принципе, у нас целевая наша такая аудитория, больше всего у нас деток все-таки дошкольников, так как они вот только начинают свой путь, и родители пытаются их, опять же, всесторонне развивать. Поэтому здесь такой момент, что вот родители приходят, да, и у них огромный выбор. И у нас, в свою очередь, продуманы, например, системы лояльности, там какие-то пакеты скидок, чтобы люди попробовали, потому что здесь очень важно человеку, вот, в частности ребеночку, да, походить на эти направления. Як добре. От дуже часто батьки плутаються, бо дитина нібито хоче і те, і те, і те, а в такому віці, в маленькому, там, якщо їй 5 років, наприклад, там, чи до 6, так, то вони хочуть усе, усе охопити. Да, да. І тут дуже добре, що вони можуть знайти себе і в одному направленні, в іншому, в другому, в третьому, вони все спробували, а потім зосередились на чому. Чомусь одному, да, чи на чомусь, да, там на двох направленнях, і будуть ходити вже туди, куди вони захотіли. Так, да, ти здесь, що брали? Здесь не прогадаєш. Тобто, вот даже несмотря на те, що дітки маленькі, да, вот дошкольники, там 4-5 лет, все равно сразу видно. Тобто, при такому большому виборі, при возможності попробувати, сразу видно, де талант зарит, куди лежить душа, і це дуже круто. З приводу фахівців. Ті фахівці, які працюють у вас, у центрі «Знаток», вони можуть побачити вже, що дитина хоче робити більше за все. Да, 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 конечно. У нас большая команда сейчас преподавателей, очень много сотрудников. Вообще, в принципе, было изначально. То есть, когда я только открывала вот первый филиал в Днепре, конечно, все это было так еще, только начинала, но у меня не было такого, что вот буду я, и будет вот один человек, который сейчас все запустит, а там дальше разберемся. Я изначально нанимала вот именно команду людей, то есть за каждое направление у меня отвечает отдельный человек, именно поэтому у нас их так много, они читают курсы, и каждый преподаватель развивается. То есть у нас даже были такие случаи, когда ребенок приходил вот к одному преподавателю, то есть ему, конечно, тоже интересно новые ученики, все это понятно, но он отправлял на другое направление, потому что говорит, нет, вот это не его, пусть попробуют. То есть очень хорошо, что у нас еще и дружная, наверное, команда, то есть, в принципе, вот эта атмосфера в центре. И да, были такие случаи, что действительно вот преподаватель віддавав ученика розвиватися. Знаєте, дуже добре, коли батьки мають можливість разом з дітками спробувати щось. Чи дозволяєте ви батькам теж брати участь активну у тих програмах, які
є у вас на сьогоднішній день? Я скажу, їм нужно обязательно брати участь во всіх наших домашніх заданнях, уроках і так далі. У нас є формат, в принципі, пробного заняття. Тобто це зараз і популярно, але не во всіх містах це є. Я вважаю, що це обов'язково повинно бути. Тобто, в принципі, родитель приходить з ребенком спочатку на пробне заняття, вони пробують, смотрять. Безусловно, найважливіше – це преподаватель, наверное, как для любого родителя, да, то есть, с кем будет контакт. Но очень важно, мне кажется, и сама атмосфера в центре, потому что, как правило, очень видно, когда вот занимаются, да, всем этим, когда все налажено. Поэтому у нас родители приходят, знакомятся с нами, знакомятся с центром и потом уже принимают решение. Так они могут походить по всем пробникам, ну, что тоже удобно, и определиться. Насправді, дуже цікаві програми, які ви влаштовуєте, концерти і така творча діяльність активна дітей. Трошки більше розкажіть, пані. Да, это тоже. Спасибо вам за вопрос. Очень такой интересный момент. Мы с самого начала, вот тоже только когда начинали, только развивались, мы все равно сразу ставили вот такую планочку повыше. И очень важно, конечно же, работать на результат. То есть, в принципе, здесь такая ниша, работать не на результат, наверное, не получится. То есть, ну, уже будет тяжело. Час, час інший. Да, да, то есть действительно большой выбор, да, люди ждут, люди сразу чувствуют, когда что-то не так, непрофессионально. Поэтому я знаю, что во многих каких-то таких центрах, либо в чем-то еще, да, просто не знают, где могут дети поучаствовать. И это действительно правда, да, то есть ребенок ходит, ну, открытый урок для родителей, ну, сделаем мы, но все равно все хотят расти. Хочется, а як же? Хочется себя показать, проявить на ширшу аудиторию, да, так? Да. И хочут, чтобы дети же их не были зерками. Конечно. Моя дитина найкраща. Да, да, да. Именно с этой целью мы устраиваем городские концерты. Вот в Днепре, в Киеве устраивали первый раз на Новый год. У нас это даже проходит не в формате утренников. То есть мы именно заморачиваемся, мы снимаем залы, приглашаем гостей, приглашаем телевидение. То есть у нас вот полные залы, дети за кулисами, есть ведущие. Это вот, ну, вот настоящие концерты, на которых еще... Да, 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 праздник. Вот. Помимо этого, какие-то есть обязательно фестивали, конкурсы, где участвуют дети. То есть они подкрепляют, не только они, наверное, и преподаватели, подкрепляют все свои результаты какими-то дипломами. Вот нам давали диплом за участие в конкурсе тоже по живописи всеукраинском. Ну, то есть мы стараемся, мы стараемся. Це дуже добре, коли дитина має ще і підтвердження того, що вона щось зробила. Конечно, так? Да. Не лише просто я малюю для себе, так, а я намалюю, я покажу це, і мене можуть оцінити. Тобто якийсь результат вже є. Це ж діти можуть теж відчути ту конкуренцію. Хтось кращий може бути, так? Конечно, безусловно, безусловно. Это очень важно, потому что и дети, и родители, и преподаватели все вовлечены в этот процесс, все идут к какой-то цели. И мне кажется, может показаться, что может быть где-то сложнее, но мне кажется, намного легче работать, когда ты идешь к конкретной цели. То есть все к чему-то готовятся, все знают, куда они должны прийти, это преодолели, здесь получили награду, пошли дальше. И вот так вот мы маленькими шажочками, но уверенными шагаем. У нас уже повырастали наши первые ученики, они уже там школьники и так далее. И очень... До речі, от хотіла запитати, що це дасть дитині? Це такий дуже серйозний поштовх для майбутнього. Якщо дитина в маленькому віці зрозуміє, що їй можна рухатись далі, активно рухатись, то вона ж не зупиниться. Ну, це хорошо. Це вже прекрасно. Наоборот, дійсно, це своєго роду закалка. Вони, дітки, дуже впечатлительні в початку їх пути. Ми, от я з ребятами, коли зустрічаюся на собраннях, я їм говорю, що ми всі граємо важливу роль в їх воспитание, формирование личности в целом. Потому что я вот по себе знаю, мне очень запоминались какие-то моменты, вот первые учителя, какие-то там воспитатели в садиках и так далее. Да, поэтому, конечно же, вот они впечатляются, они равняются на учителей, они потом рассказывают всем, как они участвовали, что у них медаль, что они выступали на сцене первый раз, заходят, вот потом после этого очень уверенные уже после какого-то выступления в центр. Проходит вот первый такой досвид, перший досвід дитини, яка вже стає дорослою на ваших очах, так? Да. Дорослішають діти. Насправді, от, центри знаток знаходяться як в Києві, так і в Дніпрі. Чи можна порівняти Київ і Дніпро? Чим вони відрізняються і що тут є ще цікавішого, можливо? Да, да, задавали теж мені от этот вопрос, вот. Честно вам скажу, часто я всегда на него отвечаю так, что безусловно центры разные, то есть безусловно, то есть в целом и коллектив, и атмосфера, то есть ну разные люди.
То есть, несмотря на то, что это как бы мои центры, все равно разные сотрудники, и очень тяжело центру не подстроиться под какие-то там обстоятельства локальные и так далее. Но я всегда считаю, что очень важно сохранить все-таки один вот какой-то стержень, да, основной, потому что каждый раз вот здесь там вот так, в следующий раз по-другому, это, возможно, проще, но мне кажется, что все-таки должна быть своя изюминка в хорошем смысле этого слова. А я, звичайно, так, да, так, да. Це повинно бути одна концепція, яка буде розповсюджуватись і на різні міста, можливо, ще в іншому місті колись відкриєте ще центри, так, да, і да. цю ж концепцію будете зберігати. Конечно, да, буду Ваша стараться. Основна концепція тоді так? Ви знаєте, ну от опять же, це, наверное, робота на результат. От зараз я скажу банальні речі, на які всі рівняються, але мені кажется, що от важливо все-таки про них не забувати, тому що є таке поняття, як рутина, от потрібно запуститися, от я навіть по себе знаю, там, новий какой-то проект, новое направление, вот нужно запустить, все, запустили, фух, расслабились. Нет, вот самое главное и самое тяжелое потом дальше продержать вот эту вот марку, как бы удержаться на уровне. Поэтому, конечно же, это работа на результат, всестороннее развитие в целом. То есть это вот большой выбор направлений, которые не просто отчислятся, а которые функционируют, на которые постоянно идет набор. Любовь к детям, безусловно, потому что мы постоянно что-то придумываем. Здесь даже ну, вот очень много перечислять моментов. Это и фото, и видео, какие-то проекты, и подарки, и сюрпризы, и приглашение гостей. До речі, зіркові гості ж теж присутні. Да, хто з зірок приходить до вас? Лично к нам приходил Ракли Макацария. Вот у нас в сентябре была встреча. А так у нас приглашаю я гостей на видео. У меня есть своя рубрика на интервью, на видеоинтервью. «Дело в людях» — это тоже рубрика от нашего детского центра. Мы вначале брали интервью у деток, и потом вот начали приглашать гостей. Деток продолжаем брать тоже. Вот. Это и Роза Альнамри, вот, телеведущая, Александр Зазарашвили, победитель «Голоса», Ивана Ануфричук, тоже телеведущая. Вот последнее интервью было с Даниэлем Салемом, Наташа Сивак, тоже наша соотечественница была у нас. Поэтому, да, приглашаем гостей, тоже детки смотрят, на кого равняться, вдохновляться, и очень важно, что гости тоже дают советы молодому поколению. Пані Наталя, тут я хотела сейчас запитати вас, насправді зараз діти настільки такі, знаєте, задоволені життям, от з різних боків їх намагаються розвивати, намагаються дивитися на них трошки інакше, не так, як колись. І батьки дуже часто хочуть віддати дитину, наприклад, в якийсь центр, нехай нею займаються. Ну, є таке, так? Да. Насправді, чи ви помітили різницю, можливо, як з дітками може бути і як би вам хотілося? Ось таке питання. Ви знаєте, очень все зависить від спеціалістів. Я, в принципі, вважаю, що, наверное, родителям нужно пробувати. Тобто, зараз дуже багато, опять же, предложений, і я не говорю, не пропагандирую, що нужно ходити тільки к нам і закрити на все глаза. Нет, наоборот, нужно ходити везде, пробувати. Все зависить від преподавателя, тому що, на самом деле, вот человек, да, который будет заниматься ребенком, если он добросовестный, он может и 5 часов подряд сидеть с ребенком, если он профессионал, если ему это дано, и действительно это будет настолько радость, да, настолько ребенок новое узнает, и действительно там даст возможность родителям куда-то съездить по своим делам, и это будет только плюс. Если это человек, который не горит своей работой, то есть не горит работой с детками, то, конечно, здесь и часа, возможно, это будет просто, ну вот, выброшенное время, то есть ребенок ничего не узнает нового. Дети відчувають, а детей дуже важко їх обдурити, я вам скажу. Да, вони точно знають, куди вони хочуть, до кого вони хочуть іти, а до кого ні. Які найпопулярніші направлення в центрі знаток? Можливо, є якісь більш улюблені дітьми? Вы знаете, основные направления, не всегда, как говорится, в моде, несмотря, опять же, на огромный спектр услуг, это и живопись, дошкольная подготовка, английский, актерское мастерство, хореография. Мы вот хореографию тоже усовершенствуем, хотим и в Днепре, и в Киеве на основе нашего центра открывать хореографические студии, именно уже для коллективов. Что у нас? Вокалы, постановка речи, раннее развитие для малышей. У нас есть еще иностранные языки, дальше и французский, іспанський, то есть китайський в Києві. Нічого собі, скільки всього є, насправді є з чого обрати. Ось, це найголовніше. Ну і наостанок, де вас можна знайти, як краще це зробити, ось
Останнє питання. Саме простое, ви завжди можете нам позвонити. Наш номер указан в наших соцсетях. Фейсбук, Інстаграм, Знаток Дніпро, Знаток Київ. Адреса у нас в Дніпрі Фурманова, 16, это сейчас Героев Крут, и Бульвар Кольцова, 14G в Киеве. Вот, поэтому подписывайтесь, самое главное, на наши соцсети, Знаток Дніпро, Знаток Київ. Мне кажется, мы там одни, можно нас найти, и с вами свяжутся наши дівчатки, все вам розкажуть подробно. Пані Наталі, я вам дуже вдячна. Насправді, добре, коли люди розуміють дітей, коли вони їх відчувають. Це, мабуть, найголовніше в нашому житті. І діти, насправді, можуть зрозуміти, їм не треба більше, їм треба знати, що їх люблять. Все. Так. І це буде найголовніше. В майбутньому вони будуть знати, кому вони вдячні за те, що з ними колись хтось возився. Спасибо вам огромное. Я поздравляю вас и всю вашу аудиторию с наступающими праздниками. Хочу пожелать всем любви, гармонии и обязательно вдохновения. Спасибо вам большое. Дякуємо вам. Звичайно, зустрінемося ще, так сподіваюся, не в останнє. Ну і, звичайно, хочеться вам теж побажати гарних вихідних, гарних свят. І нехай ви усі будете сяяти щирими посмішками. Зустрінемося вже в понеділок о 13:30. До побачення.